Привет, друзья! Давно мы с вами не виделись, давно-давно. Кто соскучился, ставьте лайк. На самом деле, я никуда не пропадала, со мной все в порядке, более того, со мной не то, что все в порядке, со мной все замечательно. И те, кто подписан на мой инстаграм, прекрасно знают, что со мной происходит, поэтому я предлагаю вам обязательно подписаться, ссылочка в описании, и быть в курсе всех событий, что со мной происходит, как со мной происходит. И я практически 24/7 именно в инстаграм, поэтому добро пожаловать. А сегодня что? Сегодня нас сегодня с вами собрало здесь. Сегодня у нас бьюти тема. Я люблю бьюти темы. Я же не только там помешанный ногтевой мастер, я люблю всякое. И вам хочу рассказать о новиночке, которая у меня появилась вот прям совсем недавно и меня распирает. Я хочу вам показать, у меня крутые объективы, я прям хочу крутыми объективами все это показать вам и рассказать. Но для начала я вам покажу, что же это такое. Это вот такие, смотрите, две немаленькие коробочки. Это патчи под глаза. Напишите, кто из вас не знает, что такое патчи под глаза. Я всегда использую почти что каждый день. А когда жарко, не хочется каких-то там кремиков на себя наносить, я всегда утром использую патчи под глаза. Но это необычные патчики. И да, я была очень удивлена, когда увидела их на фотографии, потому что они были красивые. Но дело не в красоте. Дело в функциональности и полезности данного производства. У меня две коробочки с патчами. Одна коробка. Я вам сейчас все близенько покажу. И то, что написано на коробочках, и то, что в коробочках. И под макрообъективами все вам покажу. Вот одна коробочка у меня вот такая беленькая упаковка. И это 98%. Увлажнение и разглаживание. Друзья мои, это не просто, знаете, там патчики каждодневные, которые вы нанесли и бегаете, собираетесь на работу или куда-то еще. Это микроигольчатые патчи с гиалуроновой кислотой. Микроигольчатые — это уже, знаете, что-то из области каких-то бьюти процедур, поэтому это все по-взрослому и серьезно. И вторая упаковочка вот такая ярко-розово-малиновая, это с кофеином. Кофеинов от отеков под глазами. Сейчас, когда воды много пьешь, да, такое случаются, отеки под глазами. Нет, не потому, что там почки плохо работают, не потому, что там что-то не то в организме, просто много пьешь воды и иногда на ночь. Иногда на ночь бывает лишнее выпиваешь. Утром или поспал не так, подушка там как-то неудобная, и все равно отеки бывают. У меня бывают, особенно летом, и особенно в такие определенные дни, которые девушки знают. Знаете? Я думаю, что знаете. В каждой упаковке всего по 4 пары. Да, конечно, вот мне, жадному хомяку, мне кажется, что это мало. Мне кажется, здесь должно быть 44 пары или еще больше. Но здесь рассчитан, конечно же, на курс применения. Поэтому все рассчитано до миллиметра. И поэтому давайте с вами заглянем скорее в какую-то из этих коробочек. Вот сейчас вот от отеков, вот какая-то или увлажнение, разглаживание, давайте какую-то из них откроем и посмотрим поближе. Во-первых, посмотрим, что написано на упаковке, и потом я нанесу, наклею их на себя и буду перед вами выображать. Опять кто-нибудь напишет, что я обезьяна. Ну и ладно. Итак, на столе у меня две коробочки. Я хотела вам побольше света дать, но коробочки глянцевые и очень сильно отражается свет. Я надеюсь, что света вам будет достаточно. Итак, две коробочки. Одна от отеков под глазами. Здесь находятся именно такие патчи. А вторая — увлажнение и разглаживание. Обе эти коробочки с микроигольчатыми патчами для кожи вокруг глаз. В каждой упаковке по 4 пары.
увлажнение и разглаживание. 98% увлажнения. Здесь 95%. И давайте посмотрим, что у нас здесь на коробочках, еще на упаковочках есть. На упаковке есть подробная инструкция по применению, способ применения, как это все выглядит. Но сейчас я сменю объектив, и мы посмотрим, как это на самом деле выглядит. Самое интересное — это у нас изготовитель. Изготовитель — город Москва. Адрес производства — город Пермь. Короче говоря, это отечественное производство. Не тестируется на животных. 100% органический состав и инновационный продукт. Улучшает микроциркуляцию, выраженный лифтинг-эффект, повышение плотности и упругости кожи, стимуляция выработки коллагена, глубокое увлажнение. Оставляем на 25 минут. Рекомендации по применению. Наилучший эффект достигается при прохождении курса из 4-6 применений с промежутком 48 часов. Но сами патчи, они одноразовые, так что имейте это в виду, что давайте какой-нибудь из них откроем. Да, есть еще сроки годности до 22.05.2022 года. Что у нас здесь? Все, больше на упаковке нет ничего. Давайте вот эту вот микроигольчатые патчи для кожи вокруг глаз, увлажнение и разглаживание. Все мне прислали курьером. Курьер доставил на дом очень все быстро. Все, как вы видите, ни одной ни вмятинки, никакой нет, даже жалко будет коробочку выбрасывать. Нет никакого повреждения, все лично мне, все замечательно пришло. Я этому очень-очень сильно рада. И вот здесь все заклеено наглухо. Значит, до меня здесь никто не был. Открываем, посмотрим. Очень все так плотно упаковано. Здесь еще даже есть уплотнительная картонка. Вот. Ну, давайте достану сначала. Вот они, все 4 упаковки. Вот так упакованы. Нет, на упаковках нет никаких надписей. Нет, ничего такого нет. Так, что-то тут так прощупывается. Что-то здесь есть. Аккуратненько открываю по определенным насечкам. Вот так. И достаю, и посмотрим, что здесь есть. О, коробочка еще одна. Все упаковано. Смотрите, какая красота. Как это выбрасывать потом? Я не знаю, как это можно потом выбросить. Но здесь что-то еще есть. Это силикагель. Красотища, красота. Ну что ж, давайте я установлю макрообъектив, и мы посмотрим на самом деле, что здесь такое. Вот они, красивые рейнбоу, радужные, красивые. Они выглядят по-другому. У меня патчи всегда были другой формы. Это немножечко другая форма. Открываю. Еще так просто не откроешь. Опа, открыла. Нужно снять по периметру защитную пленку, не касаясь микроигл, которые находятся в центре. Наносить их нужно на чистую кожу. И аккуратными движениями, не разглаживающими, как мы привыкли наносить патчи, а именно такими прижимными движениями, активировать именно вот эти вот иголочки с тем средством, которые на них нанесены. Мне прям очень сильно хочется вам показать эти микроиголочки. Если бы не отсвечивал, вот эти вот такие точечки, это на самом деле микроиглы. Вот они, эти иголочки, вот они. Здесь находится 100 иголок на 1 квадратный сантиметр. Я потрогала, ну как бы не рекомендуется трогать, но мне же любопытно и вам показать.
эти иголочки, они не влажные, они ничем не пропитаны на ощупь, но они активируются при нажатии. И если вы хотите, чтобы еще лучше эти патчи работали, то лучше каждые 5 минут немножечко их коже прижимать. Вот такой у меня был для вас обзор патчей для кожи вокруг глаз. Если он был для вас полезным, конечно же, поставьте мне пальчик вверх и напишите свои комментарии. Возможно, вы уже пользовались таким продуктом и как он вам понравился или не понравился. Мне интересно почитать ваше мнение. Ну, а на всякий случай я оставлю на них ссылочку в описании под видео. Обязательно заглядывайте. А мы увидимся в новых видео очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!